Мир вам, братья и сестры. Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Молитва покаяния. Что это за молитва? Молитва. Молитва к нашему Небесному Отцу. Молитва к Богу. И все мы знаем, что такое молитва. И Отче наш, нам всем известная молитва для всего, для всего, для каждого христианина. А молитва покаяния, что это? Зачем она нужна? Сколько раз ее говорить? И вообще, что такое молитва покаяния? Покаяться – это показать, что ты осознаешь, что сожалеешь о... О сожалеешь о сделанном или не сделанном, и говорит, что больше так делать не будешь. Просишь прощения и дальше не будешь повторять ошибок греха. Сейчас на земле Дух Святой помогает нам в покаянии. Это происходит и в момент встречи с Богом, когда ж... Бог ждет от нас молитвы. Но нужно именно говорить, исповедовать своими устами эту молитву. Когда человек искренне приходит к Богу, в искренне с искренней молитвой покаяния, Бог принимает Его, жер жертву уст его. Но еще и бывает молитва покаяния, когда человек уже живет с Богом. Друзья, молитва покаяния и то, что происходит в этот момент, это сверхъестественное чудо от Бога, Отца Небесного для нас, для тебя. Молитва покаяния – это разговор с Богом. Весь смысл заложен в самом названии. Молитва – это разговор с Богом. Разговор с соседями, друзьями мы не называем молитвой, правильно? Но когда речь подходит к разговору и Богу, то применяем слово «молитва», и это правильно. Покаяние. Это показать, что ты осознаешь, сожалеешь о сделанном или не сделанном, и говоришь, что больше так делать не будешь. Попросить прощения и дальше не повторять ошибок греха. Молитва покаяния – это когда ты приходишь к Богу и показываешь, что ты осознаешь, сожалеешь о сделанном или не сделанном, и говоришь, что больше так делать не будешь. Просишь прощения и дальше, дальше не повторять ошибок греха. Молитва покаяния, которую слышит Бог – Сейчас на земле среди людей есть Дух Святой, и Он всем говорит и о грехе. И первый грех у всех людей на земле – это неверие в Иисуса Христа, в то, что Он был на земле, взял наши грехи, был наказан вместо нас на кресте, был распят, похоронен, но самое важное, что Он воскрес. Все это сделал для нас Бог Отец из своей любви к человеку, человечеству. И отвергая то, что сделал Иисус Христос, человек отвергает любовь Божью и отвергая, что Он воскрес, человек показывает неверие в силу Божью, что Бог может воскресить и нас, и нашу жизнь. Откроем Евангелие от Иоанна, 16 глава, стих 7 по 13. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира сего осужден. И еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Когда же придет до Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Это Евангелие от Иоанна, 16 глава, стихи 7 по 13. Первая молитва покаяния, которую слышит Бог от человека, это покаяние в грехе, и это его больше всего интересует. Это грех неверия в Иисуса Христа. И об этом нам сейчас рассказывает Дух Святой, Дух Истины. Он наставляет нас на всякую истину, потому что не от себя говорит, но говорит, что слышит, и будущее возвещает нам. Когда человек осознает Бога. Давайте посмотрим, что это за момент встречи с Богом, когда Бог ждет от нас молитвы. Откроем послание апостола Павла к верующим в Риме, первую главу, стихи с 19 по 21. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное несмысленно их сердце?» Это послание к Римлянам 1 глава стихи с 19 по 21. Тут апостол Павел говорит, что Бог открывает и являет себя каждому человеку на земле. Приходит момент, когда человек сам решает своей волей, сознательным выбором принимать Бога как Бога и поблагодарить Его или отказаться и сказать Ему «Тебя нет». Я сам буду решать, что хорошо, что плохо. Но о них мы сейчас говорить не будем. Сейчас, друзья, о вас. То, что вы решили своей волей и выбрали принять Бога как Бога и, и благодарите Его, и говорите ему, ты есть. Я не буду решать, что хорошо, что плохо, а жду твоей воли. И первое, что ждет от нас, от вас, это чтобы вы вслух сказали, произнесли молитву покаяния в грехе вере в Иисуса Христа, что Он сделал на земле и что Он воскрес на третий день. Аминь. Уста исповедуй спасение. Почему нужно именно говорить, исповедовать своими устами молитву покаяния? Откроем послание к Римлянам, 10 глава, стих с 9 по 11. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится. Римлянам 10 глава стихи 9-11. Да, если мы в сердце веруем в Иисуса Христа и то, что Он сделал для нас на земле, и что Он воскрес, то эта вера делает нас праведными пред Богом. Но исповедание, исповедание устами дает и приходит к нам спасение от Бога. Ну и когда мы говорим Богу, значит наше решение осознанное, и мы понимаем, что говорим. Если мы плохое сделали своему родственнику, нужно только в сердце понимать, что ты сделал плохое. От этого ничего не изменится. И я бы сказал, что много людей только и осознают внутри, что делают плохо. А как было бы хорошо, если бы все попросили прощения у тех, кого обидели? Я не прав? Если мы плохое делаем Богу Отцу и не принимаем Его любовь, нужно только в сердце понимать, что ты делаешь плохое. От этого ничего не изменится. И я бы сказал, что много людей только и осознают внутри, что не верят в то, что Иисус Христос воскрес, и не верят в Божью любовь. А как было бы хорошо, если бы все попросили прощения у Отца Небесного, которого обидели, от кого они приняли Его любовь. Я не прав. Чудо покаяния. Когда человек искренне приходит к Богу с искренней молитвой покаяния, Бог принимает его, его жертву. И Бог прощает грех неверия и очищает человека от всех грехов, которые этот человек сделал до этого момента. Бог принимает его как своего сына, дочь, и оправдывает его в своих глазах. И этого человека теперь Бог, Отец Небесный, называет сыном своим, дочерью. И он становится наследником Божьим и получает, исполняется Духа Святого. И в этот момент происходит чудо. В жизнь человека Бог дает Духа Святого, который теперь всегда будет с этим человеком и даже после воскресения. В христианском мире. Но еще бывает молитва покаяния, когда человек уже живет с Богом. Да, и после покаяния человек может грешить, может случайно грешить. Но этот грех Бог Отец Иисус Христос и видит как ошибку. Например, в чужом городе мы идем в метро, и по дороге завернули не в тот поворот, и заблудились пришли на автостанцию. Мы не хотели идти на автостанцию, мы хотели у метро. И это решение, поворот не туда, и было ошибкой. Это можно назвать, допустим, грехом. Например, в нашей жизни мы стараемся жить с Богом, так как нам говорит Дух Святой. И по дороге завернули не в тот поворот, и заблудились, и сделали грех, и пришли не туда. Мы не хотели делать грех, мы хотели к Богу, и это решение, поворот не туда, и было ошибкой. Бог все знает, Бог все видит и знает, когда мы приняли неправильное решение. Нам нужно только осознать, покаяться и сказать, чем мы согрешили. И Бог поможет нам больше не совершать этот грех. Молитва покаяния это чудо. Да друзья, молитва покаяния это то, что может изменить всю вашу жизнь. Молитва покаяния это та точка, которая изменит всю оставшуюся вашу жизнь. Молитва покаяния принесет к вам Духа Святого, в вашу жизнь, семью, работу. Молитва покаяния может принести в вашу жизнь, семью, работу, Царство Небесное. Аминь. Друзья, молитва покаяния – то, что приходит в этот момент, это сверхъестественное чудо от Бога, Отца Небесного, для нас, для тебя. А сегодня я заканчиваю если вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.